Но начинаем со срочных новостей из Саратова. Там сегодня был задержан один из предполагаемых преступников, стрелявших по полицейскому патрулю в Волгоградской области. Мы рассказывали об этой истории накануне. Трое злоумышленников ограбили ювелирный магазин. По горячим следам за ними была организована погоня. Преступники открыли огонь и ранили сотрудника полиции. Только благодаря этому им удалось уйти. И вот сегодня стражи порядка установили местонахождение одного из предполагаемых бандитов. Он забаррикадировался в квартире своих знакомых в Саратове и угрожал всех расстрелять. Некоторое время полицейские вели с ним переговоры, но злоумышленник не согласился сдаться. Вместо этого он выстрелил себе в голову. Сейчас мужчина в больнице. Ранение оказалось несмертельным. Никто из заложников не пострадал.